Приветствую своих читателей, с вами снова Никита Токарев. И вот видите, на фоне каких трех диких нарциссов сейчас я снимаю это включение наше. Вы слышите, как поют птицы. Немножко капает дождик. Успокаивает дождь тоже. Не настораживает и не заставляет убегать. Да, вот смотрите, какие красивые нарциссы. Здесь их никто не сажал, они выросли сами. Красота. Здесь спокойно, умиротворенно. Вот за такими вот красотами мы вас и приглашаем к себе на эко-маршруты сюда в Болгарию, недалеко от Солнечного берега. Приезжайте к нам.